Ребят, зашли мы в столовую. Вот. Серега взял там два компота. Не компот, это соки, да. Соки там. Супчик, солянку, салатик, еще что-то там. Но в итоге я, то, что я взял, две тефтели. Потом на гарнир картошка мятая, чай и супчик. Картошка мятая? Да, да, картошка мятая, пюрешка. Чай. И в итоге у меня чек получился, ребят, 304 рубля. Серег, по 10-бальной шкале, насколько кухня здесь? Где-то 7 баллов. 7 баллов. Солянка. Почти вода. 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 Вот, ребят, но остальные блюда очень нравятся. Ребят, в итоге у меня получается борщ на... Все 10 баллов, там тефтели шикарные. Вот то ли мы просто после моря хоть все вкусно показалось. В итоге у меня 10 баллов. Ну вот у Сергея получается солянка. Говорит, на 7 баллов. Все сужу по солянке. Да, все по солянке. В итоге получается каждое лицо ресторана это компот да солянка. Ребят, вот такая вот столовая. Все в шаговой доступности, все столовые. Вот, в принципе, недорогая столовая. Есть столовые, средний счет 300 рублей. Вот сейчас в ту сторону идем. Здесь средний счет 280 рублей. Ну, идем дальше. Ребят, Геленджик кафе «Фаворит». Как бы столовый средний чек обещали по интернету 200 рублей. Посмотрим, что там за «Фаворит», чем кормят. Идем туда. Так вот выглядит вход. Вот здесь вот на автовокзале. Куда идти-то? Вот здесь. Водичка. Там котики. Ну, сейчас будем приступать к еде. В итоге, ребят, взяли харчо. Вот Серега взял картошку отбивную, свиную. По-французски. Я по-французски. Там хлебушек, компотик. Я супчик гороховый. Ну, две котлетки куриных. В итоге счет у нас обошелся 690, да? Чек получился. Ну, будем пробовать. Серег, как харчо? На какую оценку из 10 баллов? 3. Ребят, у меня суп гороховый. У меня, конечно, дам побольше, 5 из 10. Вот. Ну, колбаса только копченая и все. В итоге, ребят, добрались до второго блюда. Серега говорит, у него картошка сыровата. Но я попробовал, в принципе, одна и та же. Для меня нормально. Как там по-французски мясо так вкусно? Как это блюдо оцениваешь? На какую оценку? 6. На шестерку. Ребят, я попробовал. У меня две куриных котлеты. Вот. Ну, я из 10, наверное, поставлю шестерочку тоже. Ну, что-то соли, может, что-то не хватает. Ну, как-то ну, не так вкусно. Серега, подожди. Компот на сколько? 5. Компот оценил Серега на 5. Я, в принципе, твердую девятку поставлю, даже десятку. Компот хороший, прохладный, вкусный. В итоге, ребят, вышли мы из кафе, покушали. Все разогревается, конечно, в микроволновке. Ждать приходится. Сейчас большая очередь там. В итоге из 10-бальной шкалы я, наверное, дом кафешки поставлю пятерку.